Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что сейчас с ним происходит и думает ли он о вас за личными освещениями, практиками очищения вас, вашей пары, вашего пространства. Пишите мне в личку, в Инстаграм и в Фейсбук. Что с ним сейчас происходит? Мужчина сейчас очень активен в достижении своих целей. И знаете как? Вижу цель, не вижу препятствия. Я знаю, что будет так и только так. Очень хорошо формирует свои мысли, свои намерения, свои желания. И полностью уверен в том, что все исполнится. Все будет так, как я хочу. Думает ли он о вас? Ну, смотрите как. Могу сказать, что ему очень сложно. Ему очень сложно. Сейчас между вами очень сложная ситуация, когда идет итог перемены после очень сложного выбора. Либо же здесь мужчина говорит о том, что я в определенный период времени сделал неправильный выбор и сожалею об этом. Думает ли он о вас? Однозначно думает, но не показывает, не демонстрирует вам. И эту информацию вы можете узнать только через мои освещения, потому что в реальном времени здесь нет от него этих слов. Но знаете, что мужчина истинно любит вас. Здесь очень глубоко просматривается то, что мужчина постоянно думает о вас, и он сейчас одинок. И неважно, он там находится в толпе, в окружении, у него сердце, душа только с вами. Ну что же, ставьте лайк, пишите «принимаю», «благодарю» и непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!